Сегодня очень важный праздник, и он очень непростой. Вы знаете, если прочитать Евангелие каким-то глазами человека, который уповает на свой здравый смысл, на какую-то человеческую логику, то, прочитав сегодняшнее Евангелие, мы с вами будем недоумевать, по какому поводу сегодня торжество, почему Церковь призывает нас сегодня радоваться, праздновать, почему сегодня 12-й праздник. Потому что если прочитать Евангелие каким-то умом человеческим, опирающимся на здравый смысл, то сегодня по логике радоваться не нужно. Сегодня нужно унывать и сетовать, и скорбеть. Унывать и сетовать, и скорбеть нужно потому, что люди, которые встречают Христа в Иерусалиме, совершенно не понимают, что происходит. Они, эти люди, они очарованы великим чудом воскресения Лазаря. Этих людей огромное количество, почти 2 миллиона человек. И они очарованы тем, что ожидают от Христа великой победы. Я хочу вам напомнить, что Израиль в те годы был под властью римлян, он был оккупирован. И когда иудеи видят Христа, воскресившего Лазаря, они понимают, что вот он, тот полководец, тот чудотворец, тот воин, который сейчас победит римлян и принесет мир и благоденствие иудеям. Они полны надежд, и поэтому они берут ветви, знамение победы, потому что победители всегда встречали с живыми цветами, как символ жизни. И вот эти люди очарованы, они улыбаются, они смеются, они постилают ему под ноги этого ослика свои одежды. Но Он, Господь наш Иисус Христос, пришел в этот мир вовсе не для этого. Не для того, чтобы одержать победы на войне. Он идет в Иерусалим, чтобы победить смерть. И как Он это делает? Смотрите. Он входит в смерть, и смерть обволакивает Его. Чтобы победить врага, нужно вступить с ним в соприкосновение. И он соприкасается со смертью. Ему становится страшно умирать. И он до кровавого пота молится Отцу и говорит: «Отче, да мимо идет от меня чаша сия». Он не хочет умирать. Он боится. Боится до такой степени, что пот его, как капли крови, потому что капилляры лопаются от напряжения и страха. Такое бывает. Но он преодолевает этот страх, говоря, что не моя воля да будет, но твоя, Отец. Потом ему становится больно, очень. А потом ему станет совсем нехорошо, он умрет. И только потом он воскреснет. И таким образом он побеждает смерть. Страх, боль и смерть. Зачем он это делает? Что он хочет добиться? Ну, во-первых, он любит нас до смерти. И по этому поводу сегодня праздник. Он любит нас до смерти и идет умереть за нас. Поэтому Церковь сегодня призывает нас радоваться. Это во-первых. И во-вторых, что он хочет этим сказать? Вот этим своим поступком сегодняшним.
А сказать он хочет следующее. Если ты веришь в это, если ты веришь в Евангелие и в то, что Бог любит тебя до смерти и идет в Иерусалим, чтобы победить смерть, тогда ты, человек, готовься к тому, что в твоей жизни будет то же самое. Однажды ты будешь очень напуган. Ты будешь одинок. Тебе будет больно. Ты будешь предан близкими. Или ты состаришься до такой степени, что окажешься в совершенном и полном одиночестве. Или возникнут какие-то чудовищные обстоятельства, в которые тебя поместит Бог, чтобы ты пережил смерть. Но чтобы ты пережил эту смерть ради Бога, в борьбе со своими грехами, страстями, со своим упрямством, со своим эгоизмом. Если ты будешь бороться с этим, со своими грехами, страстями, эгоизмом, с теми обстоятельствами, в которые тебя поставил Господь, если ты будешь бороться с этим ради Бога, то ты испытаешь смертельные муки, тяжелейшие муки, и ты умрешь в этих испытаниях. Но сердце твое будет продолжать биться. И ты как бы погрузишься в этот мрак, в это отчаяние, в это одиночество, в этот ад, в этих обстоятельствах, которые тебе готовит Бог, и от которых ты не избежишь. И только погрузившись в этот ад и в это одиночество смерти, ты сможешь пережить воскресение. Не преодолев смерти, ты не сможешь пережить воскресение. Ты все время будешь цепляться за жизнь, цепляться за те удовольствия, которые тебе готовит твоя греховная плоть, за те удовольствия, которые тебе готовит этот греховный мир, за те удовольствия, которые ты себе намечтал, ты все время за них будешь цепляться, все время будешь их искать. Но все эти удовольствия – ложь и обман. Если ты откажешься от этих удовольствий, мира сего, дьявола и плоти, тебя ждет страшная борьба, тяжелейшая борьба, которая закончится смертью. Ты переживешь это как смерть. Жизнь земная для тебя потеряет смысл. Друзья, радости, деньги, успех – если ты станешь христианином, все это потеряет для тебя смысл. Ты не сможешь находить в этом никакого утешения. Совершенно. И ты станешь погружаться в эту смерть, в эту липкую, страшную, одинокую канаву. Но не бойся. Не бойся. Посмотри, что делает Бог для тебя. Он готов погрузиться в это. И он погружается в это сегодня. Он видит, что он одинок, что он никем не понят, в него никто не верит. Все очарованы им, и через 5 дней эта толпа, которая сегодня его встречает, эти же самые люди будут кричать: «Распни, распни его!» Они будут разочарованы. Их надежды будут уничтожены. Они поймут, что никакой победы над римлянами не будет. И он просто фокусник, он обманщик, он волшебник, который духом бесовским творит чудеса. Так они скажут о нем. Но он пройдет через это и воскреснет, и покажет нам путь и пример. Но наша проблема в том, что мы все время хотим ускользнуть от этого пути. Мы хотим все время уйти в сторону. Мы не хотим идти в наш Иерусалим, которому каждому из нас Бог приготовил.
Мы не хотим идти этим крестным путем, потому что мы порой бываем трусливыми, маловерными, надеющимися на какие-то земные успехи, чудеса и прочее. Мы не хотим вот этого самоуничтожения ради Бога. Мы боимся Его. И поэтому наши страдания порой длятся очень долго, всю жизнь. Мы то делаем шаг вперед, потом два шага назад. И так вот мы мечемся. И поэтому мы не достигаем переживания Пасхи. Но если человек потерпит, если человек потрудится, если он помолится, если он не отступит, если он будет идти поступательно, тогда в сердце этого человека явится божественная благодать. Пасха, радость, свет, счастье. Но этот свет и эта радость и эта Пасха будут совсем другого порядка. Они не будут иметь никакого отношения к плотским удовольствиям, к земным надеждам, каким-то земным перспективам радости и счастья. Это будет совсем другая история. И вот сегодня я всем нам желаю вот этого мужества и терпения пройти этот путь, свой христианский путь, и пройти его ради Бога. И пройти, что очень важно, этот путь по воле Божией. Потому что можно себе понапридумывать каких-то подвигов, каких-то, так сказать, лишений, и все это будет ложью, и все это приведет нас в тупик. Но надо прожить эту жизнь по воле Божией и принять тот крест, который Он дает каждому из нас. Тяжелый, страшный, порой. Но принять его и знать о том, что Бог своей милостью поможет пронести нам этот крест. Обязательно. Совершенно точно. Если мы примем Его волю.